Друзья, рад приветствовать всех на канале, где мы общаемся на тему моноколес. Но сегодня как раз тот случай, когда я делюсь своими знаниями, наблюдениями и эмоциями от того, что я в принципе использую в повседневной жизни. И поэтому сегодня ролик не на тему моноколеса, а на тему измельчитель пищевых отходов. Задайте себе вопрос: хотели бы и смогли ли бы вы сегодня в 2022 году отказаться от, допустим, стиральной машины. Отказаться от стиральной машины и стирать, там, не знаю, ваши вещи в тазике. Смогли ли бы вы отказаться в плюс 35 градусов от, допустим, кондиционера, если он у вас есть дома? Смогли ли бы вы отказаться, живя, допустим, на 9 этаже, там, от лифта? Я думаю, что как минимум на один из этих вопросов вы, скорее всего, ответите себе «нет». И точно так же свое существование без измельчителя пищевых отходов любой житель Америки не представляет. То есть точно так же, как мы с вами не представляем существование там, без газовой или электроплиты. Да, можно без этого обойтись, но нужно ли — вопрос. И, честно говоря, этим девайсом мы пользуемся уже более 2 лет, примерно 2,5 года. И сказать о том, что смог ли я сегодня без него обходиться в условиях городской среды, в условиях кухни в квартире, а про частный дом я уже вообще молчу, однозначно скажу, что нет. На момент покупки этого девайса я попытался найти какие-то обзоры, адекватные обзоры, нормальные обзоры, вменяемые обзоры в YouTube. Я не нашел, поэтому решил записать какой-то ролик не по техническим характеристикам, а просто от первого лица, от человека, который этим пользуется больше 2 лет, впечатление о необходимости или о ложной покупке. Ну, давайте по порядку. Значит, как это выглядит и что, с чем это едят? Называется он InkSync Aerator. Да, давайте я включу свет, чтобы было более видно. Абсолютно визуально внешне ваша раковина никак не преображается. То есть в комплекте идет вот такая вот насадка, не знаю, как этот ковш называется, да? То есть родной из раковины вы вытаскиваете, а этот ковш с металлической накладкой устанавливаете. Перелив есть, да? То есть есть перелив. Есть пневмокнопка, которая, собственно, включает этот измельчитель. Я покажу, как оно работает. Если вы заглянете в недра, да, в недра вот этого вот чудо-девайса, то вы увидите там на глубине ножи. Ну, сейчас, наверное, отсвечивает. Если очень напрячься, то, может быть, можно что-то там увидеть. Вот, видите, вот там вот в самой глубине, да, там есть вот такие вот ножи. Ножи, ну, в понимании, не в нашем понимании, как режущие ножи для хлеба, а ножи для измельчения. Резиновая накладка для того, чтобы брызги оттуда не вылетали, там и пища какая-то не вылетала. Что дальше? Дальше мы углубляемся вниз, да, и смотрим, что у нас тут есть. Итак, прикручивается вот эта штука на раковину снизу. То есть были вначале опасения, что, ну, раковину вырвет там или проломит, или еще как-то. Нет, ничего страшного нету. Кстати, давайте, пока я не перешел к основному, я покажу характеристики бегло и уже дальше покажу по факту, что там и с чем его едят. Значит, покупалось оно, называется, да, измельчитель пищевых отходов InSync Aerator модель 56. 2,5 года назад он стоил 6999 гривен, 7000 гривен. Сегодня, на сегодняшний день, средняя цена, ну, примерно там где-то 12 тысяч гривен, учитывая курс доллара и, видимо, актуальность этого измельчителя. По характеристикам, если мы посмотрим характеристики, объем камеры измельчения, да, то есть это вот эта вот камера, вот этот бокс, да, вот этот бокс,
0,98 литра. Я сейчас об этом тоже упомяну. Дальше. Встроенный пневмовыключатель. Это то, что я вам показал. Тип загрузки пищевых отходов непрерывный. Тип двигателя индукционный. Защита от перегрузки. Управление на крышке. 1420 оборотов в минуту. Количество уровней измельчения 1. Мощность при старте 0,55 лошадиных сил, уровень 27 дБ, монтаж в мойке с вентилем 3,5, типы пищевых отходов, крупы, макароны, мясные, овощи, рыбы, морепродукты, яичная скорлупа, кости. Исключить желательно попадание пищевых пленок, всяких ниток, веревок, волос, шерсти, пакетиков с нитками, со скрепками, резиновые матерчатые изделия. Ну, как бы вменяемый человек об этом, я думаю, что догадается. И вес 7,2 килограмма. Вот вкратце о характеристиках. А теперь по поводу, собственно, самого измельчителя. Что у нас тут под мойкой? Чтобы вы понимали размер, я вам просто для сравнения покажу. Вот, смотрите, вот это для микроволновой печи, вот это для подогрева, да, там бутербродов всяких. То есть он относительно небольшой. То есть нет, это не какая-то здоровенская вещь, он относительно небольшой. Вот моя ладонь, тут помещается две ладони. В идеале, я, честно говоря, не понимаю, зачем вот такие вот штуки делают больше. То есть этот на 1 литр, да, там, а зачем больше? По сути, когда вы измельчаете отход, это не стиральная машина, куда вы грузите, потом дверь задраивается, и у вас начинается процесс стирки. У вас он может работать нон-стоп, то есть вы кнопку нажали, он крутит, и вы туда запихиваете ваши пищевые отходы, будь то картофельная чешуя там, или еще что-то. То есть вам нет необходимости его полностью наполнять до отказа, а потом единожды включать. Поэтому даже если он был бы вообще абсолютно миниатюрный, да, маленький вот такой вот, ну и нормально, без проблем. Так, дальше. Он, в принципе, быстросъемный. Вот эти вентили у нас откручиваются, чуть-чуть откручиваются, и он сворачивается. Остается сверху, собственно, та штука, которая притягивается с внешней стороны. Дальше. Тут у нас есть от перелива прозрачная трубка, она идет сюда же. И в комплекте идет вот такой вот тройничок и уходит на слив в никуда. Также есть отверстие для этого, для стиральной машины. Для стиральной машины, ну, можно посудомоечную машину. Честно говоря, не понимаю, зачем можно ту же стиральную машину сразу впендюрить, допустим, вот сюда. Вот. Зачем пропускать ее через аэратор. Следующее, что у нас тут есть, это провод, длинный провод от кнопки. Да, то есть вот эта вот пневмокнопка, она идет длинным-длинным проводом и подает движение в сам аэратор. Почему длинный провод? Потому что у всех столешницы разные. Мы установили, в принципе, для удобства в переднюю часть. Кто-то устанавливает заднюю часть куда-нибудь подальше, там, от детей и так далее. Поэтому, ну, провод, мне кажется, лишним не будет. Если он у вас сильно длинный, просто спрячьте и все, никаких проблем не будет, или сверните. Также для него нужна розетка, безусловно, да, то есть вот у нас провод идет, предусмотрена сразу розетка вот в верхней части, задней части. Потребляет он абсолютно немного, поэтому даже если у вас розетки встроенной нету, то, ну, то значит удлинитель бросьте. В нижней части, я попробую вам показать, но туда сам не подлезу, там есть возможность принудительно вращать лопасти, принудительно вращать ножи этого аэратора. В каких случаях это может помочь? Если у вас, допустим, что-то застряло, да, аэратор, там, не знаю, ложка, вилка, он заклинил, то чтобы вам крутануть его в противоположную сторону, да, как мясорубку, вам нужно как-то это дело осуществить, не разбирать же его полностью. Поэтому снизу есть, ну, как для мясорубки, как для ручки мясорубки, специальный разъем, ключ вставляется, шестигранник, и вы крутите против часовой стрелки или по часовой стрелке, куда, собственно, он будет крутиться. Теперь, друзья, пару нюансов, о которых я хочу обязательно упомянуть, как человек, использующий этот аэратор более 2 лет. Значит, первый положительный момент –
первый плюс этого оратора в том, что уже спустя, наверное, месяц вы не представляете свое существование на кухне без него. То есть, как можно было жить до этого раньше, да? То есть, опять же, точно так же, как можно сказать и про стиральные машины. Если с посудомоечными машинами люди делятся на два лагеря, кто-то говорит, что это плохо, кто-то говорит, что это хорошо, то против аэратора, я думаю, что ни один человек не скажет ничего в противовес отрицательного. Второй момент, второй положительный момент. Он не занимает много места, то есть кажется, что это займет всю вашу мойку, под мойкой все пространство. Нет, посмотрите еще раз, то есть абсолютно большую часть тут, наверное, даже занимает фильтр обратного осмоса. Следующий момент, следующий положительный момент. Он необходим, ну, включать вы его будете, ну, может быть, там несколько раз за день. Пару раз за день, там, несколько раз за день. То есть не, на кухне нету такого, что постоянно вам нужно что-то измельчать. Количество таких аэраторов, да, количество моделей, оно очень огромное. То есть даже в линейке конкретно вот этого вот производителя, да, InSync Aerator, там около, если я не ошибаюсь, около 6 видов. Есть более слабые, есть более мощные, есть больше, меньшие, есть большие по размерам, по габаритам, по мощности движка. Но в целом именно вот этой модели, конкретно этой модели, нам хватает абсолютно с головой для того, чтобы дробить даже куриные кости целиком и полностью туда закидывая. Как происходит процесс? Просто как лопасть, да, как лопасть комбайна с ножами на большой скорости, оно крутится и, попадая, допустим, кость там, или попадая какие-то пищевые отходы, оно просто размельчает и вместе с водой уходит в водосток. Обязательное условие работы этого аэратора – включенный кран. То есть, когда вы включаете аэратор, нажимаете на кнопку, на пневмокнопку, у вас до этого уже должен быть включен кран с водой. Ну, как некая смазка для автомобиля, знаете, чтобы лучше оно работало и чтобы ножи просто банально не тупились. Следующий и, наверное, главный положительный момент – это то, что у вас, по сути, пропадает необходимость в мусорном ведре. Вот реально, как бы это парадоксально смешно не звучало, у вас пропадает необходимость в мусорном ведре. У вас пропадает необходимость в этих бесконечных мусорных пакетах, постоянно которые текут, протекают. Если у вас семья большая или если вы любите много готовить, я думаю, что ваши страдания относительно каких-то чешуи, шкурки от каких-то там бананов, от апельсинов, от картошки, это та еще боль, да, то есть вы начистили картошки и у вас все, уже по сути нужно выносить мусор. Все количество картошки, которое чистится, можно запихнуть в этот аэратор и успешно передробить. Делайте фреши, мандарины, лимоны, косточки от лимона, косточки от апельсина, шкурки от апельсина, все туда складируете, все туда уходит вместе с водой, измельчается в ноль. Самое, наверное, немаловажное, это запах. Это, безусловно, запах, который вы перестаете слышать и видеть из вашего ведра, если вы не любите его столь часто выносить. То есть накапливается мусор, пищевые отходы, и вместо того, чтобы его тут же выносить, он у вас стоит, допустим, ночь там, или сутки, вы копите, чтобы не бегать каждые 10 минут или каждый час на улицу выносить, и есть некий запах. Тут 2 секунды, 5 секунд, 10 секунд, все. Вы все измельчили, никакого запаха, хотите еще дышать лавандой или лимонным каким-то ароматом, вы просто можете шкурку от лимона запихнуть в аэратор, и оно измельчит все, и будет у вас лимонная свежесть. Из минусов я нашел, честно говоря, только два момента минуса. Первый минус — это цена, то есть люди еще не готовы, на мой взгляд, платить. Почему оно не столь распространено, допустим, да, там в Украине там, или в других странах? Потому что люди еще не осознали, не поняли прелести этого измельчителя и не готовы, на мой взгляд, платить там по 10 тысяч гривен за такой вроде бы как гаджет. Многие просто не знают о существовании. Кстати, если вы впервые об этом услышали, напишите, об этом будет интересно узнать, потому что я о таком подобном девайсе существовании раньше как-то даже и не узнал, когда делали ремонт, просто поинтересовался, что и для чего
предусматривают люди розетки на кухне. И, о чудо, я увидел, что, оказывается, розетки предусматривают его для такого гаджета. Еще один минус, хотя я даже не знаю, это минус или это какая-то опасность, или это какой-то страх. Боязнь того, что там вам перемелет руку. Ну, знаете, друзья, я, честно говоря, не знаю, что должно произойти, чтобы рука обычного человека туда влезла. У меня вот, допустим, да, то есть не, ну, не здоровая рука, да, и она у меня туда не влазит. Разве что туда может влезть рука ребенка. Но для этого, ну, я даже не знаю, для этого кнопку можно спрятать с лицевой части. Допустим, некоторые ставят эту кнопку, ну, вот сюда. Вот, к примеру, вот сюда, и при закрытой двери кухни ее абсолютно не видно. Но, знаете, каждый раз открывать дверь и нажимать, ну, это, как, наверное, будет сильно долго. Можно попытаться как-то снизу вот так вот спрятать, снизу эту кнопку. За все время, за эти 2,5 года, у нас попадала 2 раза чайная ложка сюда, в момент открутки, да, этих ножей. И, ну, что происходит? Он не остановился. Может быть, не хватило ему, как бы, времени, чтобы остановиться. Ложка пришла в негодность, чуть-чуть, так сказать, погнулась, да, если по-хорошему сказать. Полсекунды, и вы выключаете, потому что вы стоите, конечно же, тут рядом. Вы слышите этот безумный скрежет, и вы отключаете нажатием кнопки. Как происходит? Происходит включение воды, холодной воды, допустим. И после этого вы включаете кнопку. Громкость, честно говоря, она даже не больше, громкость не больше, чем шум от самой воды. То есть вот эти 27 дБ, если вы загуглите и посмотрите, это, ну, это сравнимо, не знаю, с открытыми окнами, пластиковыми окнами или балконом с шумом на улице. То есть это даже не какой-то там перфоратор там или какой-то... Все, измельчили, 10 секунд, все у вас ушло, все загребли туда, все рукой затолкали. Расстояние, опять же, если вы посмотрите, ну вот смотрите, на толщину ножа. То есть даже если вы будете рукой вот так вот туда запихивать, ничего не произойдет, потому что ножи, они на самом дне. Итог этого ролика... У меня вопрос лишь один, даже не к вам, а к самому себе. Почему мы до этого раньше не купили подобный девайс? То есть соотношение денег, которые вы вкладываете в этот девайс, оно абсолютно несравнимо с теми плюсами, которые вы в итоге получаете. Я не говорю уже про экономию времени. 10 секунд измельчения отходов против там 10 минут, 5 минут выноса мусора. То есть мусор, по сути, у нас лично сейчас состоит просто из каких-то сухих отходов, да, там какие-то пленки, там от пакеты молока, там еще что-то. Если вы тем более сортируете мусор, за что вам респект, то я думаю, что вы оцените тем более по достоинству этот девайс. Друзья, если этот видос был для вас полезен, не обессудьте, поставьте палец вверх под роликом, вот тут вот под роликом прям. Напишите фидбэк, напишите в комментах, чем вам помог этот небольшой обзор и помог ли в принципе. До встречи в новых видеороликах. Всем пока.